Մեր ընկերությունը տարածաշրջանում լավագույններից է, հազարից ավելի աշխատող, միջինից բարձր աշխատավարձ ու միջինից ցածր շահագործում։ Մեզ մոտ աշխատելու համար մարդիկ մատաղ են անում, իսկ ուսակեր մարդիկ կաղամբի գլուխ են ծփում։ Բայց քանի որ ձեր տվյալները շատ լավն են, դուք վաղվանից կարող եք գալ աշխատանքի։ Վաղվանից չեմ կարող, մեկնում եմ հանգստանալու։ Շահիր երազանքդ մեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեքենա կամ անմոռանալի ուղևորություն, պարզապես խաղաս լոտ խաղեր, հավաքված տոմսերով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձրու երազանքդ իրական, աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Как мы и договаривались, можно сказать, много времени тому назад, когда вы стали президентом, переживали сложные времена политические в Армении, что вы приедете к нам и ближе познакомитесь с Беларусью. Я, правда, по телевизору пока в основном наблюдал о ваших поездках в Беларуси, и я отметил то, что вы не забыли. То, что мне когда-то говорили, тогда говорили о том, что вы хотели бы побывать в знаковых местах Беларуси с точки зрения развития Беларуси и экономики. И внимательно посмотрел на вашу встречу с нашими айтишниками и так далее, и понял, что вы цепко держите те вопросы, которые нужны для развития Армении. И в этой связи я хочу заверить вас, как я и говорил тогда, что для нас нет абсолютно закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, любые ваши устремления, если вы видите что-то в Беларуси приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери. Да вы в этом и убедились во время своего посещения Беларуси. Я только что разговаривал с Николом Ивановичем, премьер-министром Армении, он позвонил перед своим визитом, в Сингапур. Ну, во-первых, просил передать привет президенту, на что я ему сказал, что и не думай даже, мы его торопить в Армению не намерены, тем более, что он занимается нужными для Армении вещами, рассказал о вашем визите. Он говорит, нет, конечно, это хорошо. Во-вторых, я должен сказать, что вы действительно не торопитесь обратно. Хоть тут и мы рядом живем, но тем не менее вырваться президенту не так просто. Посмотрите то, что вас интересует с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Вы как человек толковый, умный, образованный, более того, практичный, вы знаете, что посмотрите, что очень важно и полезно для Армении. Сотрудничество у нас было на нуле в свое время, совсем недавно. Сегодня мы хоть и не имеем огромного товарооборота, но за 50 миллионов долларов годовых это неплохая динамика, если ее сравнивать с теми нулевыми показателями.
И у нас сложились очень хорошие, теплые отношения со многими представителями Армении, в том числе и частного бизнеса. Вы знаете и моих друзей в Армении, которые инвестируют в Беларусь. Я очень им благодарен. У меня одно правило – дружба дружбы, а государство – это все отдельно. И моя служба с этим связана не должна. И когда ко мне обратились за поставками, разрешением поставок каких-то товаров, особенно чувствительно для Беларуси, я сразу сказал, общие принципы. Приходишь в Беларусь, открываешь предприятие, создаешь рабочие места, инвестируешь, поставляй, пожалуйста, сырье, дорабатывай. Точно так мы организовывали розлив коньяка с Гаги Царукяном здесь. И это успешное предприятие. Точно так и мы организовывали работу белорусско-армянского торгового дома. И, как мне докладывают, 30-40% оборота, товарооборота между Арменией и Беларусью идет через него. То есть мы уже, так сказать, притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества и создания, основой которого является создание совместных предприятий. Мы готовы идти этим путем. Вы, наверное, чувствуете, что к армянам в Беларуси очень добрые, теплые отношения. Да и вообще наш народ такой, что не предъявляет особых претензий ни одному из народов. Главное, чтобы это было на основе уважения. Может быть, какой-то, мы люди советские, часто говорю, какого-то братского такого отношения. С армянами всегда были хорошие отношения, что мы пытаемся делать и сейчас, поддерживая эти отношения. Поэтому вы можете быть спокойны, несмотря на то, что раздаются разные голоса, в том числе в Армении, это, наверное, естественно, что нас за что-то там критикуют, мы критикуем кого-то. Я думаю, это естественно, но главный тренд состоит в том, что мы с вами союзники, мы с вами действуем с одинаковых позиций, у нас, в принципе, нет расхождений даже по международной повестке дня. В этом ключе мы всегда будем действовать, вы это тоже должны знать. Ну, большое спасибо, уважаемый господин президент, дорогой Александр Николаевич. Действительно, хочу, во-первых, поблагодарить за приглашение присутствовать на этом знаменательном дне закрытия вторых европейских игр. Абсолютно впечатлен. Впечатлен и размахами, организованностью, и дисциплиной. Я бы сказал, в постсоветском пространстве, наверное, в каком-то смысле Беларусь еще является чемпионом по определенным направлению. То, что я увидел в организации, организовывается, дисциплина, впечатляет. Впечатляло, честно сказать, я был впечатлен, когда смотрел на реальную и виртуальную реальность, которая была передо мной. Мне очень понравилось, что Беларусь еще впереди многих в том, что беларуси поняли, что в будущем, в 21 веке, реальность и виртуальная реальность будут друг друга дополнять. То, что еще и научили дополнять эту реальность, вот, да, дополненную реальность. Она так и называется, дополненная реальность. И она была сделана очень профессионально, на самом высоком уровне, чем я хочу поздравить и Беларусь, и вас. Действительно, очень впечатляло, я был рад, что армянские спортсмены достойно тоже выступили. Очень достойно. Я хочу поздравить всех участников, поздравить команду Беларуси, которая действительно отлично выступила, и поздравить наших, моих ребят, которые очень хорошо выступили. Как мне показалось, что Беларусь готова к более масштабным мероприятиям. Вот это мероприятие показало, что Беларусь готова к этому. Хотел бы еще раз поздравить то, что я вижу уже во второй раз. Во-первых, хочу поздравить, потому что у вас все-таки есть видение и мудрость смотреть в будущее. Это не просто лестные слова, это реальность, потому что не везде я вижу, я путешествовал раньше очень много, сейчас немало. Видение будущего – это огромный дар политика, потому что без видения будущего сложно строить настоящее. Вот мы вчера были в университете, были в парке высоких технологий, как он называется, для меня, я бы его назвал парком будущего. И в этом парке сама структура парка, само видение, что нужно Беларусь построить такой парк,
Это действительно впечатляет. Меня лично, потому что у меня же такие идеи, такие мечты сделать за Армению тоже центром новых технологий и центром технологий 21 века. А вы уже многие годы этим занимаетесь. И мне думается, что это было, наверное, нелегко, когда вокруг многие даже не понимали, в чем суть этой вещи. Дать преференции налоговые и свободные, чтобы привлечь людей. А результат феноменальный, потому что фактически очень малыми инвестициями оборот этого организации уже 1,5 миллиарда. Я думаю, что этот оборот удвоится и утроится в ближайшие годы, потому что вот ту кривую, которую я увидел, она идет прямо наверх. Первые годы было сложно, потом ваше выступление, потом чисто как политическое выступление и видение руководителя определяет многие вещи. Спасибо. Пойдем.